Привет. Да я уже здорово. Мы начинаем свой блог. Продолжаем. Продолжаем, да. Короче, с Константиновской батареи. Мы приехали сюда посмотреть, как ее тут отреставрировали. Тут такая очередь огромная скопилась. Может перепрыгнуть через забор этот, посмотреть, как среагирует охрана. Говорят, 20 человек ломанулись, нас внесли. Сколько зашло? Человек, блин, 50? Жаль, камера 70. Да я только Яну успела за шкирку схватить. Там зашли, гуляем, будем смотреть, как отреставрировали Константиновскую батарею. Она была закрыта с какого? С 15 года на ремонт. Стайка птиц, Яна увидела, отдали Русскому географическому обществу, тут начался ремонт, капитальный. Потому что за этим объектом никто не ухаживал, он так стоял, потихонечку разваливался. Хотя был построен в 1840 году. Представляете, как давно он уже? За 2 года до этого была Ялта получила статус города. В 1838, да? До того, как ее построили в таком виде, в каком она существует сейчас, такое двухэтажное здание в виде подковы, она была просто насыпным, как это называется, земляная батарея такая, еще Суворов ее тут построил. Представляешь? Откуда ты знаешь? А я вот так вот. Я начитана моими местами. Я вообще тупой, как валенок. Ну ты едешь в какое-то место, ну интересно же за него, чуть-чуть можно и почитать где-нибудь, информации-то полно, правда? А само это место мы с Константина назвали в честь цесаревича Константина Павловича. И потом батарея получила название Константиновская. Пошли, да, такая толпа, конечно, ломанулась. Я вообще в шоке, я такого давно не видела. 20 человек, группа 20 человек, да. Там уже такими достроенными рядами такими. Приближаемся мы уже к Константиновскому равелину, так называемому, да? Вдалеке маяк получается. И это вход, получается, в Севастопольскую бухту. Он был вот так вот, такое место как раз-таки для защиты кораблей на рейде внутри бухты. Что там у тебя? Давай смотрим. Термос. Конфетки. Конфетки. Ну что, смотри, какая большая внутренняя площадь, да? С мемориалом вместе. Должна быть это могила Ивана Кулинича, который тут при отходе пожертвовал собой, подорвал пороховые склады во время Великой Отечественной. Давай посмотрим. Там, под этим памятником, покоятся останки последних защитников Константиновской батареи. Сейчас поднимемся на второй этаж. Какой интересный белый камень, да? Вся из белого камня. Белоснежная, отреставрированная, очень красиво.
здесь до реставрации. Тополя большие уже разросли, в общем, все было в заброшенном состоянии. Сейчас видите, как красиво строили тут все. О, смотри, как здорово. Севастополь, всю бухту, вообще все видно. Хотя положить в сторону арт-бухту видно. Я думаю, что стоит сходить, да, если тут мало кто был, потому что все закрыто же было. Тем более после ремонта открытое, красивое. Стоит. Оп-оп-оп, птичка. Нет, не дам. Не дам. Хочу подход. Телефон. Ладно, на, только не выпусти его вниз, пожалуйста. Маленький фотограф. Маленький фотограф мой. Очень крутое обзорное место. Да, мне очень нравится тут. Русское географическое общество основано в 1845 году. Через 5 лет после окончания стройки Константиновской батареи. Молодцы, взяли под свое крылышко, видишь, облагородили. Умнички. Спасибо им. Алло, привет! Это Славик с канала, с Ютуба. Ну, мы сейчас выходим с Константиновской батареи, поедем, наверное, на площадь Захарова. Же ориентиров больше тут не знаем. Так вы сейчас собираетесь назад, и мы сейчас оттуда едем. Давай там пересечемся, кофе попьем, познакомимся без камер. Да, ну мы там будем. Ну вот, поехали встречаться. Поехали! Прям да, поехали встречаться. Посмотри, сколько народу, прям толпа-толпа. Интересно, там хвост еще остался за забором, Славик, как ты считаешь? Где? Как ты думаешь, за забором хвост остался? Да по-любому там еще батарея.